Хочу обратиться к матерям российских солдат. Игрушки закончились. Сегодня найдите своего сына в армии. Убедитесь, что он служит там, куда его направили. И если вы такого подтверждения не получили, то судьба вашего сына находится только в ваших руках. И не надо потом будет пенять на власть, не надо пенять на общественность. Сегодня вы должны забросить подальше все свои кастрюли, все свои домашние дела и посвятить жизнь в течение этих нескольких дней или недель поискам своего сына в российской армии.